Я помню эти события. Мне было 11 лет, когда нас бомбили. И у меня много знакомых, которые участвовали в этих событиях. Поэтому для меня эта история, скажем, личная. История – это история. Мы делаем полнометражный фильм жанра экшен. Мы не зацикливаемся на том, чтобы кому-то открыть глаза. Но мы помним об этих событиях, то есть мы их упоминаем, и кто хочет, он может почитать об этих событиях. Я играю роль службника МВД, то есть полицейского на Косове в 99-м году. Его зовут Вук, и у него, так скажем, такая тяжелая биография. Просто много людей погибло на Косове в это время. И те, которые там воевали, у них очень тяжелая биография. Вот я играю одного из таких людей. Еще раз, ребят, бинокль внизу. Убойка, бинокль внизу, приготовились. Поначали, бинокль поднимаем. Я скажу, когда бинокль поднимаем. Приготовились и начали. Бинокль. По руке не стреляйся, Антон, не было там, посмотрели. Мать, еще раз. Еще раз, бойка внизу, бинокль. Приготовились. Начали, бинокль. И там четверо. Четверо цели. Каждое кино, каждый фильм надо, чтобы историю показал, чтобы это зрители увидели. Я вообще не понимаю, почему люди не могут в мире жить? Почему им надо ссориться, войну делать? Почему? Кому это надо? Но есть, бывают такие, которые это хотят. Можно ли там, когда войну делать, зарабатывать больше деньги или вот так? Но я не хотел бы такие деньги, которые мы зарабатываем войну. Да? Чтобы в мире все пошло как надо. И потому это надо, значит, когда мы делаем кино, это потом по-художественному покажем зрителям, чтобы они покажем дорогу, как в жизни надо идти, как будет правильно. Я хочу правду. Все, как, если он скажет, если он прав, пожалуйста, так сделаем так. А если я прав, надо так сделать. Или надо это уважать. Прорвемся. Начали.